Привет из Парижа. Погода замечательная, солнечно, сухо, тепло. Полдня гуляю. Наслаждаюсь видами. Елисейские поля. Я уже множество чего из такого добра сувенирного привезла из прошлых поездок, поэтому не тороплюсь покупать ни эйфелевые башни, ни открытки, ни другие сувениры с изображением достопримечательностей Парижа. Куплю, наверное, календарь на следующий год. Нет, все-таки удивительно чисто. Конечно, я иду по Елисейским полям, но тем не менее. Нотр-Дам-де-Пари. Реставрация еще не окончена. К посещению не открыт. Отель де Виль. Это, конечно, вовсе не елочная. Шикарная. Светится, переливается. Еще играет музыка, но в данный момент тихо. Готовые салаты вот по такой цене 4-5-6 евро. В магазине Monoprix. Бутерброды 3-4.
или евро. Это, видимо, самая недорогая еда. Можно зайти еще выпечку посмотреть. Что-то с собой надо взять в отель, перекусить. Ну вот круассаны 90 центов с яблочком. 1 евро. Что тут еще осталось к вечеру?